Дорогие мои курские литераторы, я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам всего самого благополучного в ваших семьях, мира и любви, а главное, чтобы ваша муза вас никогда не покидала. И для вас я хочу прочитать отрывок из стихотворения Сергея Есенина «Письмо к женщине». Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сон мечи людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? А вам, мои дорогие читатели, я хочу пожелать, чтоб вы всегда знали, куда вас ведет ваш рок событий.